все городские инфраструктура здесь рядом, отличное месторасположение, море отсюда буквально 150 метров, Средиземное море, пляж недалеко, действительно отличный проект и отличное месторасположение, друзья, скоро с вами элитный проект и район Арпач с вами, действительно очень хороший проект. Я очень горжусь, как-то вот наши застройщики такой проект строят. Мне очень нравится, в самом деле, друзья, качество балденно. Так что, друзья, еще раз всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписываемся. Еще раз хочу с вами поделиться, друзья, важные новости. Скоро мы где будем, оператор? Город Москва. В Москве будем вместе с вами, друзья. 13, 14, 15 октября в Москве будем. С вами будем поговорить, как можно в Турции правильно жить, как можно доход получать, как можно здесь вид нашего гражданства получить в городе Мерсине, друзья. Индивидуально можем с вами встретиться и поговорить. Нужно просто заранее для индивидуальной встречи записываться, друзья. Так что нужно просто для консультации встретиться, друзья. Это не картошка, правда. Это просто ответственное решение жить в чужой стране. Чужие люди, чужой закон. Здесь надо все это знать, как можно здесь жить. Вот это 320 дней солнца, свежий воздух, натуральные овощи, фрукты. И здесь это все надо знать, друзья. Изначально я вам хочу сказать, для этого нужно просто к нам обращаться. Так что очень хорошо. Богатая инфраструктура, есть открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, кинотеатры, даже отдельно для женщин или женских? Для женщин и для мужчин, сауна, хамам отдельно, друзья. Есть еще очень важно, что оператор, гараж тоже есть здесь, друзья, крытый гараж. И есть еще что, вы знаете, друзья, система «Умный дом». Здесь система «Умный дом», вот это все богатая инфраструктура, еще отделка качества очень хорошо. Представляете, вот это, после пятого, после четвертого этажа уже вид на море, у вас сразу Средиземное море, вот это скоро заканчивается. Есть еще беспроцентная рассрочка, такой шанс тоже есть, вы можете использовать, друзья. Может быть, пойдемте внутрь, посмотрим, пощупим, потрогаем. За ваше имя я буду пощупить, друзья. Поехали! Оператор, можно ко мне? Вот, покажи, пожалуйста, даже с первым этажем вид на Средиземное море, вид на море. Вот. Даже это первый этаж, с первым этажем вид на море. Отделка качества, вот я уже потрогаю. Для вас трогаю. Очень качество, тяжело. Молодцы турки, да? Очень вот, работает, очень хорошо. Кулай гельсин. Это балкон, просто зацикленный балкон, друзья. И 2 плюс 1 – 150 квадратный метр, 1 плюс 1 – 86 квадратный метр. Это район Арпач, Бахшиш, друзья, где есть все городская инфраструктура. Это просто демонстрационные квартиры. Вы можете по-другому тоже заранее заказывать, если вам эта мебель не нравится, что-то не то. Так что, в самом деле, очень красивый, стильно, богатый смотрится, очень богатый. Так что еще раз напоминаю, друзья, здесь есть еще гараж. Гараж, крытый бассейн есть, богатая инфраструктура есть, детская игровая площадка тоже есть. Вот это все здесь в комплексе, это очень уютно. Кондиционер, покажи, пожалуйста, где есть кондиционер. Очень
редко можно увидеть вот такой проект, очень красивый и перехожий, такой широкий, большой перехожий, вот такой широкий, да, 2+1, еще есть на продаже 1+1, 86 квадратных метров, если вам интересно более подробная информация, через WhatsApp мы вам планировка и актуальный прайс-лист отправим, друзья. Длинный, вот такой длинный, широкий шкаф. Так что еще раз сюда заходим. Здесь общий санузел. И здесь тоже шкаф есть. Вот здесь тоже шкаф есть. Такой очень высокий, да? Такой, да. Даже ты можешь поместить сюда. Да. Тебе тоже можно сохранить сюда. Здесь. И здесь детская комната. И такой шкаф стильный. Еще один санузел здесь. Там тоже балкон. Еще планировка тоже, расположение тоже очень хорошо. Север, юг очень хорошо продувает. В самом деле здесь тоже родительский санузел, родительская спальная комната. Обои очень красивые, да, обои, потрясающие обои. Можно также вот так фоткать, да? И здесь еще, что это по-русски? Гардеробная комната. Так что огромный, высокий окно, друзья, начинается отсюда до потолки. До потолки. И здесь внизу будет по плану кафе, Starbucks, Migros. Так что Migros, продуктовый магазин будет здесь тоже. Вот такое место, стиральная машина. Вот здесь уже маленький балкон и застеклено. Так что, друзья, что мы вместе с вами посмотрели? Элитный проект, район Арпач, Бахшиш, друзья, до моря 150 метров. Отличный место расположения и качество, друзья. Так что прайс-лист можем вам отправить, актуальный прайс-лист, если вам это нужно, потому что живем один раз, работаем много, надо жить красиво, правильно. Вот именно в этом комплексе вы можете жить качество. Потому что комплекс качества. Вы знаете, друзья, как-то вы можете понимать, качество или нет, как-то начнете жить. Поэтому изначально вам нужно знать, какой материал застройщик использует. Какой бетон, какой изоляция, какое окно, какой дверь. Надо это все знать. Не только купить воздух, правильно? Потому что вы будете ночевать, дышать, вот это все бетоны, изоляция, чтобы потом у вас проблемы не было, потом, чтобы не решили перепродавать, если это вам нужно здесь жить, друзья. Потому что недвижимость в самом деле для нашего здоровья это очень важно. Поэтому, если вы покупаете один раз, нужно купить качество недвижимости, друзья, и хорошее месторасположение. Так что, друзья, с вами был Асым, ваш человек в Турции. Из Турции всем большой привет, из Мерсина всем большой привет. Если вы еще не слышали, пропускали наш новый сети, друзья, москвичи, мы у вас будем 13, 14, 15 октября у вас будем. Нужно просто записываться для индивидуальной встречи. Мы с вами более подробнее поговорим, как можно правильно поступать и купить здесь недвижимость. Так что пишите, вот это мой личный номер телефона, пишите через Viber, WhatsApp, Telegram. Все, оператор, что ты хочешь добавить? Живите в море красиво. Да. Какой спокойный человек, да? Вообще, как будто мы здесь не существуем, да? Не обращать внимания. Да, молодец. Вот турки, да? Работают летом, когда жара, зима, когда холодно. Молодец. Вообще, работа очень полезна, да? Самый опасный человек, кто знаешь? Который не работает. Который ленивый, не хочет работать, желания нет. Вот такой человек очень опасный. Как-то человек работает, занятие есть, поверь мне, этот человек будет полезный. Человек должен чем-то заниматься. Всем удачи, друзья. Берегите себя. Пока. Я вас люблю.